Эталон, всем привет! Александр Секирин, основатель и лидер Усар Дзен Центр. И что же у нас происходит? Именно сейчас мы выходим на абсолютно новый уровень понимания друг друга с командой, с учениками. И мы со всеми вместе, с педагогами, администраторами, маркетологами, учениками, родителями, создаем общие цели, то, что хочет Усар достичь за год, создаем общие ценности, то, как мы относимся друг к другу, нашу систему взаимоотношений, создаем миссию и наши мечты. Ну а так как это происходит, смотри дальше.